продолжает свою работу. Я же с вами прощаюсь и передаю слово Максиму Любимову. Спасибо, Давид. Мы во втором части обсудим скандал с блогером и ведущей Региной Тодоренко. Она в интервью своем вместе со своим мужем нашла оправдание домашнему насилию. И теперь ее за это высказывание травят в интернете, и это все обсуждает вся страна. Если у вас есть свое мнение, а я уверен, оно есть, звоните 202-22-22. Добро пожаловать в жилой комплекс «Притяжение». Дом номер один построен в соответствии с первоначальной концепцией и уже введен в эксплуатацию. Жилой комплекс «Притяжение». Строим так, как обещали. Когда у тебя есть цель, но нет решения, главный совет – это приумножить свои сбережения по выгодной ставке до 10,8% годовых. КПК «Совет» – надежное место для роста ваших сбережений. Мы смеемся не над тобой, вместе с тобой. Расскажем, что случилось в соседнем дворе. Обсудим пикантные и острые моменты личной жизни под лучшие саундтреки жизни города. Красноярск – главный. Слушай онлайн. Где найти повара, грузчика, слесаря, строителя, маляра, охранника? Не нашли в интернете? Ищите на канале «Прима». Подай объявление онлайн. magazin.prima-tv.ru. Вечерний канал «Прима». Оглянитесь, черемуха зацвела. Ведущая и блогер Регина Тодоренко попала в эпицентр интернет-травли. Она нашла оправдание домашнему насилию. Звоните в 2020, обсудим.